Так, здравствуйте, друзья. Хочу представить вам баночек Нагусяна Белолобова короткоязычковый. Баночек сделан из поликарбоната. Ой, говорю, из поликарбоната, из капролона. Баррель капролон. Вторая вставочка тоже капролон. Звуковой узел пластик. Язычок майлар. Баночек бюджетный. Будут фотографии. Сейчас немножечко покажу звук. Так. Если это можно назвать минусом, минус у манка есть небольшой. То есть получается, в барреле остались небольшие следы от сверловки. Ну, как бы, я думаю, те, кто ценит, те, кто охотится, как бы не воспримут это как проблему какую-то. Со временем эту неполадочку уберу, как только будет все получаться как надо. Ну, давайте еще немножечко о звуке. В дальнейшем маночки будут сделаны из этого же материала, из капролона, но уже более, так скажем, дорогие будут, подороже, чем вот этот. Внутренности будут из акрила, из бронзы, из латуни. В данный момент у меня времени нету заниматься, а получается, спрос идет. То есть поэтому пластиковые внутренности. Ну вот сейчас любой беру, но, в принципе, у всех настройка примерно одинаковая. Сразу говорю, маночки бюджетные. То есть капролон, это, ну, кто знает, это сверхпрочный материал. То есть его молотком можно бить, ему просто ничего не будет. Если такой манок возьмете, в принципе, он как и для начинающих, и как для опытных. Так, ну еще пару маночков сейчас продемонстрирую. Так, вроде белый еще не брал. Так, вроде еще один. Так что... Можно попроще немножко? Так, всем спасибо.